О, есть там вода? Снаружи видно, вон, посмотри. А ты ведро. А мы не пустое. Просто прибежала, когда уже все горело и все тушили. Угу. А в принципе слышала крики с утра. Наверное, увидел кто-то и вызывал, наверное, что-то службу. Похоже. Может, пожарный, да, может, давайте, готовьте сразу линию. Вообще это страшно. Там недалеко. Ну, у нас же это, надо тут жил дедушка, один, брошенный. 19, 68, 670. У него, говорят, дочка есть, но я ее ни разу не видела. Извините. Тогда
Вы гражданин Украины? К сожалению, да. Ебаная Украина. Я же не на СССР. В составе этого. Саша, а как его фамилия была, не знаешь? Я знаю, что он работал раньше электриком. Саша, дай помочь. Какой-то подозрительный звук там. Походу, рука лопнула. А? Рука, походу, лопнула. Грабли тоже бери. Вон лопата. Вон лопата, блядь. Ничего, блядь. Подожди, там заливает. Что там заливает? Сашок? 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 Посередине толкните ее. Все, не надо далее. Да завалите ее полностью, что вы там мучаете. Зайди оттуда. Вот тут, хорошо, я. Давай.
Идите аккуратно. Начальник дежурной смены аварийно-спасательной части. Приблизительно в районе 6:30 поступило сообщение на пульт связи части о том, что горит дача. По приезду к месту обнаружили пожар. Горела дача на площади 40 метров квадратных. Значит, на тушение дачи было подано 2 ствола Б, 13 человек личного состава и 2 отделения АРЧ части и ДПРЧ-2. Значит, соседи было установлено. Значит, после проведения тщательной разведки установили, что есть погибший. Со слов соседей, мужчина лет 50-55. Жил сам, вел не слишком здоровый образ жизни. Значит, пожар на площади 40 метров квадратных успешно ликвидирован. Причина пожара устанавливается.